Если вы смотрите на что-то и понимаете, что вам хочется вздохнуть и выдохнуть через сердце нараспашку, и слезы наворачиваются на глазах, это очень красиво. Если одно наворачивается чуть меньше, а выдох чуть менее широкий, то это просто красиво. А если вы слышите, смотрите на что-то и понимаете, об этом вот справа, слева, сзади говорят, что это красиво, а я это не чувствую, что же в этом красивого? Ну, как-то странно, что-то коробит. Ну, наверное, для вас это некрасиво, и не парьтесь об этом. У всех свое восприятие прекрасного.